Рот, на Трово сегодня разыгрываю сундук рядового, это синяя карта доступа, и там разыгрывается неделя према. Залетайте, участвуйте. На ютубчике прожимаем лайкосики, вот 55 лайков и врубаю вебочку. Вот уже 37 лайков, народ, уже 37, уже, ну то есть уже рукой подать до этих 55. Растаман, привет. Илюха Бармалей, здорово. Привет, слимчане. Спасибо, Илюх, за ману. Залетайте в розыгрыши. Юра, какой у тебя по счету этот пул? И уже, наверное, штук 5 у тебя их, да, наверное? Давай, Растаман, залетай, залетай, прожимай. Спасибо, бро. Тоже ситуация, блин. Здесь вообще, где я стою, это, ну, здесь нельзя стоять. Ну, блин, рискуем. Чтоб и туда стрелять, и туда. Да что же залетишь, ё-моё. Что он делает, не понимаю. Это немножко хрустная история. Потому что наши очень сильно поджались по этому флангу, да. И пока они не сольются, возможности пострелять не будет, да? Теперь светуны закончились, поняли? Все. Все вообще нереально вот эту атэшечку пробить на этом леготе. Лючочек вообще фиг залетит. О. А ты шо? Ну, теперь на этом фланге, я думаю, у нас есть варианты. Тут еще ПТХ есть. А у них тут еще народу пипец. Это сосаловский бой какой-то. Как я такие не люблю. И там все грустно, и там все грустно.
Ой, я сбил захват, прикольно. Берунг наказан, ура. Шансы закомбэчить есть, да? Угу, там больше народу будет, да? Да, идеальный бой еще, слушайте, сейчас будет. Блин, подсвети его. Подсвети его, подсвети арта. Вылези, просто подсвети его, елки-палки. Арта, ей свети, собака. Дай мне на свет. О-о-о, красава. Красавчик. Читает мысли. Так, тебя аннигилировали. Бля, ТОР-2, я ТОР-2 ничего не сделаю. У него ХП, конечно же, писец. Все-все-все, тушим лампу. Арта, рубай никого-нибудь из них. Убейся об физику, братан, убейся об физику. Проедь мимо, там что-нибудь. Я ору, я сейчас от ТОР-2 еще побегаю. Оралово. А, побегаю. А, это арта на захвате, кстати. Прикиньте, это арта у них на захвате. Только два же здесь. Правильно. Консольная супер-пупер карта. Блять, ну все, танк неуправляемый, 10 секунд. Ну как вот можно делать такие карты и физику? Ну у меня танк или, я не знаю, самокат какой-то, что не может сюда заехать. Блин, а я для ТОГ-2 шотный, прикиньте. Что там, двойные кусты работают в этой игре, не знаете? Ладно, надо ехать захват сбивать. Арта, ну попади, пожалуйста, хоть раз, чисто так поржать. И вот что ценней, отметку пофармить на этом танке. Ну, на ТОГе 2, поколупать его. А, так я этот бой никак не выиграю, у меня 5 снарядов осталось. Ребятки, один снаряд остался, прикинь. Один снаряд. Оху, я настрелял! 4500 урон! 9 фрагов! Блин! А-а-а! Как же убить арту? С одним снарядом! А-а-а! Бля, я хочу пула! Я хочу пула! Вот это бой! Хоть бы она шотная была, блин! Хоть бы она шотная сейчас стала. Блять, ну артовод, сведись лучше. Писец-то тип, конечно, артовод. Блять, писец тело, конечно. Сейчас поджог бы, взорвать бы катом, я не знаю. Блин, вот прикинь, у меня нету снарядов просто, блядь. Ну нету снарядов, блядь, ну как вот? Что за дебильная игра? Прикиньте, 9 фрагов сделал. 9 фрагов, ё-моё. Как мне его поджечь? Как мне его поджечь, а? Скажите мне. То есть мне надо как-то в двигло ему стрельнуть. Помойка, подкрути мне, пожалуйста. Подкрути, пожалуйста, помоечка. Пожар, дай мне, помойка, дай мне пожар.
А кто из нас выиграет, короче, если время выйдет? Ничья будет, да, наверное? У меня был один шанс на миллион, наверное, что я его подожгу. Блин, 9 фрагов, я в шоке, серьезно. Медаль пула на этом говне бы взять. Та арта, если бы, конечно, попадала наша замечательная. Вот, чтоб на того 2 столько снарядов не пришлось тратить, как бы. Я бы, ну, наверное, убил бы эту котяшину. Сейчас у меня бомбит. Поняли? Я так выражаюсь, потому что у меня сейчас жестко бомбит. Я сам не понял, как я столько настрелял, конечно. Вот, ну разрабы, конечно, красавчики. Добавили танкам ХП, а снарядов не добавляют. Как воевать?